Словакии в центре Европы есть живописный уголок. По легенде, тут впервые появился золотой фазан, или, как говорят здесь, золотой базант. Летом золотой фазан скрывается в холодном источнике, и даже такой охотник, как ты, не заметил бы его, если бы не золотое горлышко. А, вот и он, золотой базант. Но учти, при появлении человека он сразу исчезает. Как хорошо ощутить настоящий бархатный вкус пива «Золотой базант». «Золотой базант», приручи и наслаждайся.